have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки. С вами Оладушки. Всем доброго времени. У нас тут, да, неожиданно. О, мы собирались поздороваться, да, мы приземлились на гейзер. Нет, все, мы с него уже сплыли, все хорошо. На нас тут решили немножечко напасть. Мы видели как минимум одного смотрящего и двух. О, привет! Утро началось не с кофе. Выпусти. Не души, не нажимай. Те, что... Оно там спереди, оно спереди! Кто на носовой пушке? Я. Гаси его! Поплыли вверх. Да? Вот это контент. Ну, нас на гейзере подкинуло. Ё-моё! Ты его стреляешь, нет? А капитанская рубка горит! Я его не вижу даже. Так, что ж... Я попробую тут зачем-то... Мы назад отлетели. Попробую его отстрелить, я это подремонтирую. Стреляй по гейзеру. Я пока даже не вижу этого черта. Я даже не знаю, кто такой матерый, да? Не, я видел его, я в него зажал. Там фисикоревый молотоглав. Да. Там было два, кстати. Да? Да, один был зеленый, один был вот этот вот золотой. Зеленые радиоактивные люди. Мы всплывать будем, не? Молотоглавы. Ребят, нет, на нет. Те, кто вдруг думает, почему так случилось, что у нас так мало людей в экипаже, никто не бегает, не латает, то все правильно, у нас мало людей, и никто не бегает и не латает. По одной простой причине. Да. Мы тут немножечко попрактиковались в обращении в нашу религию, и людям это немножечко не понравилось. Мне кажется, что у них после этого началась рвота, у них начинались еще некоторые проблемы с дыханием, с пищеварением. После этого они почему-то умирали, что странно, но это не последнее, что с ними случилось, после этого они еще и оживали. Очень странно то, что они умирали после выстрелов из дробовика. А то, что они вставали после выстрела из дробовика, то еще тоже более странно. Нет, выстрел из дробовика уже был после того, как они вставали. Это было дважды, если ты помнишь. А, капитан, ну там один встал, да, поднялся, было дело. В принципе, ничего особо страшного не произошло, просто у нас, как всегда, не хватает электричества. Да, все хорошо. Это к тому, почему у нас так скомканно получилась серия, это все то, что сверху случилось между... Цель огромная. Черт, бегу. Слышу. Ё-моё. Че, обратно к пушкам возвращаться? Да, давай, шуруй. Хотел в реакторную сгонять, починить там что-нибудь. Есть подозрение, что есть поломки. Есть подозрение, есть поломки. У тебя все там. А, сверху. На вот этом, на заднем, на хвостовом пулемете надо стоять. Так, насчет того, что оно от нас отплыло, оно сейчас сзади. В принципе, мы будем за нами. Я верю в вас. Отпугнул. Отпугнул. Четырьмя снарядами в лицо отпугнул. Это вот эта же золотая гадость, которая нас потопила. Золотая гадость, золотая. Ну ладно. Так, я определенно считаю, что следующий версий. А чем наполняет? Под лодку водой. Лодку водой и штаны кое-чем другим. Субстанции, похожие на неожиданность младенца. Так. Ну-ка. Вроде все чисто, да. То есть. Он скушал пару патрончиков и подумал. Я считаю, что в следующей версии нашего фобуса я должен кое-что доработать. Кое-кого нам надо нанять. Ботов. Пути маршрутов ботов надо сначала доделать. Да, это было бы вообще супер, чтобы с ними не случались несчастные случаи, типа задыхания в помповой и... Блин, вспомнил про легендарную тактическую помпу. Да, и карантин бы устроить, чтобы их всякие гады не ели. Твентин карантина? Да. Форм, если что, это про тебя. Не, я не знаю про кого. Без понятия. Вы их тоже кусали, нефиг на меня все это свалил. Я только Арти Дулитл ел. Да, кстати, удивительно, Арти Дулитл единственный, кто остался живой после укуса. Кстати, а где тут? Я вас кусал. А что с балластами? Почему они не работают? В смысле, я же... Я там все чинил, я не знаю. Я там все чинил, так с тебя и спрос.
А, стой, ящик. Мне как раз нужно броню перекинуть, это говно. Проверьте, пожалуйста, в балластах есть вода? Нет, балласты пустые, подтверждаю. О, черт. Что, как, кто? Помпы... Ну, помпа работает на 0%. Ну, типа, отлично, ни туда, ни сюда. Не трогайте ничего. Не трогаю. Ну, ёлки! Достой наш. Вот, вот вам и балласт. О, бегите! Кто там? Кто там? Ну, что-то а большое. А что случится к нам? Так, ну, это понятно. Так, мелочь ты отбил, там два или три было. Один золотой молотоглав, один это... У нас внутри, у нас внутри. Столкновение с дном, поехали. Внутрь забрался один, в это, в рубку. Офигеть. Прямо у нас в рубке? Да. Здесь офигел он. А ну пали в него. Я в дверь выстрелил. На, он всё. Смог цапнуть меня перед смертью, чертила. Офигеть, их тут 4 штуки, ребят, кто-то на заднюю пушку станьте. О, ну огромное. Надо быстрее потолок заварить, я не хочу увидеть твою руку. I want you in my room, да? Ау, выбило из пушки. По-моему, минус 2. А, минус 3. Оно мертвое? Это мертвое, да. Все 4? Да, все мертвые. Пойду сплаваю, как раз разобрался. Я завариваю, все, давай, до свидания. Так. Откуда они тут в таком количестве? Какого фига вообще происходит? Рил. Ну, здорово, слаг. Здорово, помоги, пожалуйста, выкопаться. Я тоже залутать их хочу. Да ладно, я уже вообще. Кстати, фисикория бы мне была фисикория почему-то. Ну ладно, я дальше, наверное, попробую. В смысле, ты его сюда притащил или он сам в пушечное приперся, когда вы его убили? Кого? Где его раптора? Да. Не, он пробился к нам, я его застрелил из дробовика. Как вовремя, блин, я на пушках сидел, не заметил этой фигни. Ой, как хорошо, то, что я в своей комнате сделал персональный насос. Согласен. Вы уже наделали все дырки, мне придется по-человечески заварить. Да, я же тебе сразу сказал, завариваю. И причем я это не про чай говорил. Гранатомет почти выплыл наружу, вы чего? Ты там сверху всем залез, было, да? Да. Вы всем было гранатомет в падлу забрать, и вот он чуть не смылся. Так, это починено. Надо цветы полить. Да. Воды у нас не хватает в лодке стабильно, поэтому все нормально. Бресны нет. Заведи себе цветы какие-нибудь водоросли на морской воде. Ну чел, ну прям. Нам бы это место подниматься, а то мы сейчас пойдем. Земля в иллюминаторе. Сигма, идею в капитанскую рубку. Смайл фейс. Улыбнитесь, вас снимают. Да, такой вид. Кстати, у Физикорева глаз больше. Да. У нас, кстати, откачка воды не идет. Какого фига? Потому что и слиться некуда. Потому что балластные капсулы пустые. Стой, что-то булькает слева. А, потому что у нас потолок не заварен. Бывает. Нет, ну тут насосы работают. Не, у нас просто дырка огромная в потолке была. Я считаю то, что в принципе ее можно было и не заделывать так плыть. Ну все тут вроде по суше. Сейчас хорошо, я пока всю электрику починю. Мы куда-то направляемся, да. Нет? Да, плывем. Хорошо. Потихоньку. Симулятор починки корабля, блин. Благо у меня инструменты на скорость ремонта. Хорошо, что у меня скилл под ремонт. Ну это он тоже есть. Такими ремонтами постоянными. Я начинаю подумать, то что может полностью переработать Фобос. Было бы неплохо. Например, к следующей серии. Зачем полностью? Ну, чтобы двери открывались автоматически, чтобы боты не глючили. Много чего можно сделать.
если будет время на это. Ну, следующая серия, скорее всего, сегодня будет сниматься, поэтому я вряд ли успею. Да-да, ладно. Да, буквально через несколько секунд. Так, какого же Шпига, Жеш? Я не знаю, кто это, но оно нас ударило. Оно большое. Мы справа стоим друг на друга, смотрим, бум, оба в стену улетаем. Задней части корабля какая-то. А, это смотря, смотрила. Не. Где отсюда вообще, бездарь? Боже, как он задолбал. По-моему, он... Всё. Не, он живой. Мочи в него. Бабах! Скотина. Вот спасибо, я пошел чинить продырявленный потолок. У меня облучение, спасибо, ребят. Да не за что, надо же было от него избавиться, я пока патрончики поменяю. Все выфигали. Блин, наша карусель, подлодка это склад говна просто. Да, 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 да. Нам нужен какой-нибудь. О, тут тоже все продырявлено. В смысле, кто сюда поставил почти пустую амуницию? Какого черта, что вы делаете? Пустое, пустое. Почти пустое, давай вот это. Блин, займитесь кто-нибудь отсеком двигателей реактора, пожалуйста. Сейчас заряжу эту бочку и иду туда. Бочку. Я чинюсь. Ну как я чинюсь? Я чиню все. Все, побежал назад. Вам сверху чинить все придется. Сверху все больно. Ты сверху? Я сверху чиню все. Окей, понял. Ты снаружи? О, ну кто-то... Нет. Там с другой стороны кто-то сваривает через стену от меня. Это вот пока там. Не я, но... Ох, ты ж ё-мё, открыл дверь. Да, в этой зоне, просто. Конечно, путешествия довольно насыщенные. Жизнь тут, конечно, душ. Так от движка вообще просто нету. Так, а как это пофиксить, подожди. Сигма, слышишь, один тоже глянет. Это снаружи надо, мне кажется, тут прям. Что у вас там, да, заливает реактор вовсю? О! Все. Ну, практически. Да у нас тут такой душ был, ты не представляешь. Да надо это, да, просто снаружи, просто починить потолок. Ё-моё, я за тебя цепляюсь. А чё у меня пинг? Мы можем остановиться, не? Или... Не, мы лучше приплывем. Ну давай тогда. Нам не... Наша цель добраться до нормального вон поста и починиться. За деньги, да. Ну починиться. Давай, так будет лучше, чем вот это бегать, тратить баллоны. О, не. Будет реактор работать сегодня? О. Блин. Две протечки спереди? Чё, блин? Бывает. Что ж, мы потихоньку приближаемся к анпосту. Предположительно, это тот самый анпост из прошлой, либо позапрошлой серии, где мы должны были спасти из этих. У нас-то с деньгами нормально? Да, очень много. Но это анпост, на котором мы, скорее всего, не сможем починить. Да, я понял, ладно. Ой, стена! Ой, даже отдохнуть капитану не дали. А, да? Что да? Что нет? Только стал посмотреть, а уже надо к реактору бежать. К реактору. Я нормально себя чувствует. Я уже не буду возвращаться обратно. У нас в верхнем шлюзе дохлая тварь. И... Нормально. Да. База. Все хорошо с реактором пока что. Прекрасная маркиза. Но он вырабатывает немного меньше, чем нужно, но так пойдет. Почему? Что ему, щиток какой-то надо доварить или что? Предположительно, это я просто жмот пытался сделать эту подлодку сбалансированную, а получилось как всегда. Нормально. Сигма мне говорил, не откручивай, ты нам этот хуже делаешь, а я хотел, чтобы все более-менее честно было. Не, у нас, конечно, подлодка мала, была со скоростью 2 махов могла плавать, но... Такой чихнул, случайно вылетел в космос. О, ух, ах. У меня так и было. Ладно. Да. Заберите заложников, они тут скучают. Было бы славно. Ну как бы это не нормальная версия Фобоса, это всего лишь 0.5. 0.5 это в смысле половина Фобоса? Да.
Ясно, понятно. О, красиво. Давайте докупим еще один такой же и будет полноценный. Нет, ну либо литр. Это напоминает мне про книгу «Как решить половину ваших проблем». Если ты купишь две таких, то решаются все проблемы. Ого. Что ты сразу... Нет, ну если смотреть такой... чисто математически, то да. А если логически, то нет. Да. Вот как, какой шанс, что ты встретишь динозавра на улице, да? 50 на 50? Или встретишь, или не встретишь? Блин. Ну это как бы факт. Пойдемте заложников заберем. Думаете, они еще там? Думаете, они еще живы? Думаете, нет. Они будут рады нас видеть после того, как мы их оставили на несколько дней и с гниющими трупами на заброшенной базе? Скажите, пусть скажет спасибо, что все. А кто сказал то, что трупы не будут живыми? Почему они? Что с ними? Они ходят. Резня? Погоди, резня. Они живые с оружием или они просто живые? Они живые с оружием. Очень даже быстро ходят. Они у нас! Сейчас. Наверху! Нужны патроны. Они мобулиц, они мобулиц. Они вот что, рашат что ли? Ах ты ж скотина! В смысле? Уйди, 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 уйди! Ладно. Ты сейчас сдохнешь, иди залечись. Да черт! Фрум, ты чёшь? Да я не... Ааа, медотсек! Вкали мне хоть что-нибудь, чтобы я жил. Я чё-то не... Она тебе чертила. Не ожидал, что они мне столько попали. Я вроде до этого смотрел, жизни не так быстро убывали. Тихо. Нифига он офигел, проникновение. Все, нормально, нормально, живой. Спасибо. Иди, я сейчас подойду. Сейчас я тебя добью, подожди. Я тебя понял, сейчас я тебе еще кровь в пакет принесу. Жизнь не уходит. Фаталити, блин! Давай, паразит, лечи меня! Я не тебе. Патронов мне захватите. О, хорошо пошло. Ё-моё! Их там просто до задницы. Да не надо, я живой. Затянется. Бразер, get the flamer, the heavy flamer. Ханс! Черт, придется бинтоваться. Антероп! Тихо. Что ж, Рил, может огнемет? Огнемет уже после того, что я увидел, не такая плохая затея. Все, нормально, иду. Как ногой его добить? Это пожар у нас? Нет, это... Это горят их сердца? Так. Да, это Сигма просто замотился и не этот. Все. Просто ты такой горят, говоришь, они идут, ты. Я открываю люк, и ко мне по лестнице вылазит три человека. Мне кажется, у меня что-то не так, у меня, по-моему, где-то мозг вывалился. Да, ты, по-моему, опять подлез под мой выстрел и чуть не сдох, да? Спустись Нет. сюда, Биг Дэдди, блин. Я сжигаю их, у меня огнемет. Их еще много? Можно меня вперед пустить? Несколько человек вижу. Пусть горят. Я хочу вперед. Ты хочешь через огонь пройти? Ну ладно, давай. Ну вот этот уже в состоянии well done, который на лестнице бегает. Да, он уже подгорел. Тихо, стой, отойди. Так, ты труп хотя бы вниз тяни-то перед тем, как стрелять. О, нормально. Трум, там же эта порция одна вниз полетела. Ой, погоди. Тут всякие вещи падают. Так. О. Он на меня упал. Гори! Можно не меня? Минуточку, это игра про чужих или чё? Чё происходит? Знаю, Вархаммер же какой-то. Да. Боеприпасов опять нету. Знаете? Брось его, блин, какого фига? Все, на. А ну, чё у тебя по боеприпасам? О, у него заряженная винтовка есть. Фига себе, это я просто неудачника какого-то схватил. Ага, минус 2. Еще.
Сейчас они там догорят. Блин, я думаю, надо потушить. Плюс блин, у меня солевая ломка, ёперный театр. Бывает такое. Нам нужно бы придумать, куда девать трупы. Мне кажется, вот этот склад... Ой! А заложники где? Вряд ли они нас... Я перестарался с огнеметом. Ой, револьвер пустой. Ну, в этом есть плюсы. Нам не придется зачищать помещение, если оно сгорит. А их по 8 можно стакать. Ну иди сюда, лишним не будешь. А ну чё там? А! Жесть. А как там этот чел... чёрт там выжил? Он выжил? На нас тип с ножом выпал. Тише, тише, друг. Вот это Дмитрий заходите. Или чё? Да, Дмитрий. Ага. Стоят, смотрят. Ловлю! Оно вниз ушло, идите. А чё оно? Душиться ничего будет, лишнего. Ничего лишнего. Так, а у кого боеприпасы есть? А ё, что тебе? Же вы все такие бомжи-то. А, тебе... Да либо на винтовку штурмовую, либо на дробовик. Не-не-не, там чел был с револьвером и то с пустым. О, у чувака ключ. Хорошего, нормального ну, качества, гадость. Нехорошего. Я с них баллоны видимо, на сварку собираю. А так, в принципе... Шоковая дубинка этот. Отличного качества. Воевать огнеметом. Так, идем, бэкаплю тебя. Зато тебе легко узнать, где ты находишься по этому песчанию. Так, я думаю... Да. Пойду отнесу этот огнемет. Да, я там. Его чуть не сжег. Выскочил. Что ж, трупов много, пожалуйста, не сожгите заложников, я вас прошу. Отвечать там нет. Если они еще не сгорели. Я тут нужен, мне кажется, что они уже, да, тю-тю, или в смысле ку-ку. Ну, по идее, где-то вот тут должны быть... Они живые! Я на удивление их не сжег. Прикиньте. Забирай. Скажи, идите со мной, если хотите шить. Сначала не это, только не снимайте с них наручники. Почему? На всякий случай. Да. Нет, 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 представь себе такую картину. Открывается дверь, к тебе входит Биг Дэдди с огнеметом, и с тебя снимают наручники. Первое, о чем ты подумаешь, это напасть на него, правильно? Да, 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 безоружным. Ну, это ж мысль любого здравомыслящего человека. Тягивай. Вау, молодец, ты снял с них наручники, теперь мы их нормально не сможем на нашу базу затянуть. Почему? Да они так же тебя... Можно я не получается, их укушу? Да. Нет, блин. Не стоит. А можно их хватать, да? А как ты его да. схватил? На, через лечить. Этот, через лечить, да. Пойду прочешу остальную это. Так это H держать надо? Да. Не-не-не-не, нормально. О, я двоих за. О-о-о! Оно куда-то пошло, чел, да кого-то. Оно куда-то пошло. Я не знаю, как их вниз теперь спустить. Просто Сигма гений снял наручники. Давай прострелим им колени и отнесем. Не лучшая идея, они не доживут, у них нет хаска, который бы их лечил. А, стоп, так тут же лестница есть. Ну да. Да. Может, с ним побазарить надо, я не знаю. Если получится. Давайте мы эту ситуацию трясем, потом вернемся обратно. Нам понадобилось две серии. Фрум-фрум, запись есть? Да, только что пошла. После слов «да» и «да», чтобы... Две серии! В общем, удалось уговорить заложников вернуться на корабль путем ударения их по головам молотком. Мы их задолбали до смерти. Задолбали в прямом смысле слова. А эти трое бездарей теперь являются частью нашего экипажа. Как раз очень вовремя мы убили старый экипаж, поэтому... Кстати, у нас в это время... Сдохнут! Погоди, погоди, погоди. Команды поотменяй все свои, они же за тобой теперь ходят. Они уже часть экипажа.
Просто надо им сейчас follow slide, а вот return и follow. Все, они свои, свои. Ты посмотри на... Там, где экипаж, у них видишь значки вот эти вот. Да, все, я все убрал. Ну, они значки остались тут. Так, ладно, я сейчас... У меня я все убрал. Они вообще исчезли у меня. Не оглючит, ладно. Я, короче, одного отправляю. Вот у меня на... тоже сопровождать свак. Во-во-во, так, видишь, ладно. Там сказано на сопровождение. Все, я предлагаю отплывать. Так, ты будешь чинить. Так. Погодите, а почему их двое? Трое. Один просто другой. А нам не надо подходить, чтобы он раздуплялся. Погоди. Все в порядке, все в порядке. А, к ним надо подходить? Угу. Они пока не наша часть команды. Но задание уже можно выдать, ну ладно. Да, а куда они денутся? Нафиг ты мне выдал задание? Я так делаю все, что могу. Предлагаю поплыть. Давай. Давай бы славно. Вот прям хорошо. Оу-оу-оу, комплит. Rescue hostages. Есть. Неужели это случилось? Сколько мы серии эти в ванпосты плаваем? В общем, ребят, короче, дело в максимальной кривой механике разговора с персонажем. Ну как разговора? Общением. Ну да даже это общением тяжело назвать. Они просто не хотят идти. Ну да, ты такой к нему подходишь и говоришь. Я им сказал, чтобы они следовали за мной. Они дошли до входа в подлодку, в подлодку заходить не хотят. Ты им не предложил конфетку. Да, такая конфетка классная, башке по молотку, ой, молотком по башке. Есть такое. Ура, мы спасли заложников. А мы их типа за борт кинули? Да к черту на их. Главное, что за... ёпарес это. Можно так не делать, пожалуйста. Так. Конец света. Движок, видимо, слишком много электричества потребляет. Из вашего рта. Нормально, просто рядом с ним два электрощитка сдохло, а так подряд, нормально. Да. Из вашего рта врывается яйцеклад. О, я чужой. Так, у нас переработка, кстати. А, ну ладно, он тут подкорректирует сейчас немножечко. Фиг ли такая переработка дикая? Ну, то есть, типа, ох ты ж ё. А с Fusion Ray просто... Впереди цель! Бегу. Нормально, я профессионал, мы ее обплыли. Стену можно обплыть, цель теперь просто находится сзади. Да не тыкай ты в этот... Блин, это уже третий смотритель. Ну вот, Watch Dogs такой. Но он же не собака. Но он на нас смотрит, он watch the dogs. Ну там два несовпадения, он во-первых один, во-вторых не собака. В смысле, надо? Блин. Не надо находить тебе водолаз. На, Фрум, у меня лишняя медаль, забирай. Спасибо. Не понял. Мне за каждую миссию просто медальку дают. Блин, дно, просто дно. Чёрта пинг. А мне вместо медали? Что за чертила на капитане у нас? Да мне одной выдают, чё я? Так, а мы сейчас... О, чё это? Зачем ты так? У меня больше нет рубки. Так я не вижу тут никого. А, рубки я тоже свои. Я вижу только одно. Все нормально там, я не офигел. Вот эта тревога. По-моему, мы сейчас проканемся. Ёлки, не куда надо! Вода? Да. Вода откачивается, нормально. Мы легко не... Цели спереди! А, они за горой. Фух. Там шипострелы в горе застряли. Ага. Ну и, кстати, осколками закоцало. Нет! Зачем же ты так? Извините, у меня не такое классное управление, как у вас. Я не вижу. У меня и так это стекло мутное.
особенно которые все время заваривают. Я пока посижу спереди. Блин, какое у меня классное стекло. Постоянно его завариваю. Ну да. Я думаю, если я буду делать реворк Фобоса, я вместо этого стекла огромную металлическую пластину приварю. Ну или пакетик чая. Как вариант. И балласты, наверное, побольше стоит сделать, а то что-то... Минус один, минус 15 км вверх, ну... Минус 15 км в час, это вообще такое себе. Ну, на самом деле, идем и тоже хорошо. Зато мы 60 км в час гоним. По прямой. Это чисто, этот, если гонки будут между нами и червем по прямой, то... Драг рейс. Насчет того, что... Все нормально, он подтолкнет. Устроить глобал ворминг, да? Не, червя финально мы будем убивать, потому что я этот отрублю нам сонар в случае чего. А что ты спойлеришь, что в конце будет червь? Чё орёт? Ладно. Мы все равно сейчас атакуемся, боже, вообще все равно, кто чё орёт. Я не спойлерил, может там будет не червь. Ты сказал это с большой уверенностью, теперь я не уверен. Как бы. Это обитаемое место. Да. Хорошо. Представляете, мы приплыли на аванпост, не в какую-то сраную. Да я уже отчаялся. Сгоревшую, да. Сгнившую. Я не знаю, даже аванпостом тяжело назвать. Сегодня просто полсерии файты за выживание с монстрами, с людьми, с заложниками, со всеми подряд. Да, файт с заложниками был самым сложным. На молотках. Безоружных забивали молотками. Ну, с их стороны трудный файт. Фух. Ладно, Арти, живи пока что. Чуть не потеряли тебя. Найми экипаж. Погоди, нам к хаскам надо зайти. Тихо. Толпа подростков собралась, чтобы поглазеть на новоприбывших. Они громко обсуждают, какая работа на подлодке самая классная. Я знаю. Чистка гальюнов. Такая классная, что ее даже в серии не показывают. Говорите, у ребят бесконечное количество вопросов, вы прилежно отвечаете на них. И в конце концов у вас возникает ощущение, что по крайней мере некоторые из них станут моряками. Помните, если в результате ребят пожрут ползуны, их кровь будет на ваших руках. О, репутация 3 коалиции Европы. Самое то. Ну, как бы, если я их застрелю, то реально на моих руках будет их кровь. Не факт. Если ты оденешь перчатки, то этого можно избежать. У меня нет рук, у меня клешня от скафандра. А, ну так тем более, что ты переживаешь за свои руки. Ну, помоешь потом. Блин, ребят, мы будем проблема. Пытаться тут. Это аванпост... Не при хасках, это аванпост при клоунах поганых. Можем их покупать. У нас, кстати, осталось сколько? 2-3 перехода до следующей зоны, да? Типа. Я тут мотаю карту, она до конца просто еще огромная. В это же играть, не переиграть. Мы примерно на половине игры сейчас. Да, мы примерно на половине игры сейчас. Офигенно. Прикольно, прикольно. Так, это можно исследовательский центр Айнолиния или Инолиния, короче, что-то такое. Он на двигатель можем прокосить, чтобы он был еще быстрее. Давай. Почини лодку просто кнопочкой. Да, да, да. Так что, мы будем с Артудуликом или мы еще кого-то наймем, или что? Да наймем, я думаю. Давай. Найми боеприпасов на дробовик. Да, да, тема, они очень быстро уходят. У меня в запасе осталось... Хз, я разрывными стреляю. Зачем? Окей, я на все деньги куплю боеприпасов для дробовика. Зачем на все? Фабрикатор. Мне, знаете, что интересно, а если мы... Если я куплю лечение у медика, у нас отберут хаска? Ну, кстати, вариант. Не стоит. А зачем вообще тебе лечиться? Ну да. Прошлое воскрешение прошло. У нас револьвер просто так валяется. Неплохо. Зачем? У нас гранатомет чуть не этот. Ну, поняли.
Блин, ну Арти Дулитла подлечу. Давай. Прикиньте. Блин, почему за нами СБшник ходят? Мне кажется, он что-то подозревает. Блин, хочу укусить кого-нибудь. Давай, о-о-о, мы на эту базу вернемся или нет? Сверху, сверху. Так, так, я пошел вот кусать. Вот ты туда иди. Фу, не надо, пожалуйста. Не на этом, он на следующем. Стой, пожалуйста, ты с ними, это коалиция, если мы с ними репутацию портим, они нам еще знают, дольше фармить. У них просто появятся зомби на базе. Матка ползунов? Ладно, не буду кусать никого. Дорогая, красноносых покусать. А что у нас, а кто будет следующий аванпост? Так, короче, ребят, предлагаю купить медик коалиции. Доставка оружия. Он классный. Давай. Медик? Даже не этот, не ветеринар, а именно медик? Нет, прикиньте. Знаете, на самом деле я бы очень удивился, если бы мы нашли ветеринара на спутнике в космосе. То есть, ну тут, кроме козлов и баранов, какие еще животные? Уничтожить гнездо... А что, не нужна медпомощь? Это в переносном смысле. Козлы и бараны. Ну, всякие экипажи приплывают, там полно... Так, я вынужден вас обрадовать. Как правило, такие не могут позволить себе нормального медика, поэтому берут ветеринара. Так самая фишка, зачем ветеринар в чертовом космосе? Ладно. Будем отплывать, говорить. Так, ребят, возвращаемся обратно в студию. У нас чуть-чуть подприбавилось экипажа. Два человека, инженер и медик. И у нас тут сейчас идут дебаты, как убивать акулево тигра, потому что вроде как нас попросили... его убивать, запинывать сапогами просто. Угу. Ну, чисто в теории, я разрывными буду. Так, где-то здесь стрелять. Я притаскивал хороший гарпун. Прям очень хороший гарпун. Тут есть копье Ахава. Это очень хорошие пульки. У меня... Минуточку, а обычное оружие не прокатит? Не знаю. Я хочу оружие запускать. Может, ППшку возьмите взять? Грант? Я взял ППшку, я взял к ней даже лишнюю обойму, я сейчас, наверное... Да, шо ж так? Чё? На кого пушки, там на пушке, на пушке! О-о-о-о, они уже здесь! Присядь, Фрум, присядь! Бам! Ахаха! Бумстик! Фрум, за... Живу, 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 нормально, нормально, нормально. О! Сзади! А? Фрум назад. Уже поздно. Убивайте его. Ты живой? Да, живой, но сейчас уже не буду. Оно меня жрет, а у меня патронов нет. Все, я приехал. Насмерть? Да. А рестарт? Ё-моё. Ну, видимо, да, мы недалеко. Да. Печально. Я не понял, вот этой позиции, когда я присел, я по тебе попадал из дробаша или нет? Немного пофигу. Угу, значит, так можно стрелять, ладно. Ну, можно, но пока я хаск. Ну, естественно, да, на человека такой не особо. Ну, там стекло, что оно быстро ломается, быстро пробили. Скорее. Давайте сейчас отплываем, я сразу сяду, чтобы хотя бы контролить что-то. Я вроде заказывал ремонт корпуса. А, это потому что в локации. Все нормально, корпус целый, это в локации все такое облеванное. Окей. Переназначьте, пожалуйста, человека на реактор, это... Сигма, если что, это тебе сказали. Я кого-то из вас попросил пока. Я думаю. Мы погружаемся, это нормально, да? Хорошо. Угу. То есть, есть разница между тонем и погружаемся. В нашем случае, да. Хорошо. Ну, ребят, мы опять к пещере приходим. Заняться реактором можно включить и выключить. Как я его назначу? Блин, а на мейнтенанс нельзя поставить, да? Ой. Ладно. Я могу...
Так. Я не знаю, пусть... Знаю. Дыр залатывает и... Ну хорошо, хорошо, доктора назначь пусть... Блин, а чё меня доктор-то не спас? Какого фига? Я же ему поставил Save and Rescue и не прибежал ко мне, скотина. Да ё-мо, чёртов пинг. Так. Где мой last gun? Давайте, ребят, шарьтесь там по закромам пока что. Я пытаюсь найти мой last gun. Сигму, ты не видел мой last gun? Сигма. Тишина, давай ему ответь. База 415, ответьте. База 415, ответьте. Так. База 415, ответьте. Вот чё, сейчас никто не плывет, сейчас никому ничего не надо. Потому что я сонар выключил. База 415, ответьте. Это если что, в муте. Какой мутный типок. Видимо, ему вообще пофиг. Видимо, да. Хорошо. Где мой last gun? База 415, ответьте. Так, ладно. Так, ладно, ребят, возвращаемся в эфир. Мы еще раз пережили атаку этих тварей на нашу кабину, но этот раз отбились. Сейчас идем все-таки за акулями тиграми, да, как они их там? Тип того. Того тип, тип. Что там у тебя? Говорю, одень какую-нибудь броню, пошли воевать. А, броню, что, что? Да нету этого гарпуна моего суперконсола. Да какого гарпуна броню, говорю, одень? Да это понятно. Средневековый поход. Гарпун-то нужен. Так, сейчас хотя бы доп эти возьму. Тогда уж. Я вот думаю, взять с собой лишнюю батарейку. Серьезно, лишний доп снаряда для гарпуна. Сейчас, секунду. Пец. Разрежу другой. Все, я готов. Так, две секунды еще. Почему я не могу на свой last gun прикрутить фонарик? Не судьба, все, поехали. Так, где эти твари? А, у нас хоть один человек в одолжном костюме с фонариком, хорошо. Ну, да. А, вниз, да, там пойди. А, стоп, нет, вверх, обратно в подлодку. Почему же это что? Зачем? Сейчас мы поймете. Тогда выплывали. Мы не проплывем там. Сюда. Осторожней только. Проплывем. Ага. Я осторожно. Блин, интересно, мне давление на уши не давит. Стой, у кого-нибудь есть фонарик? У меня в дробаше есть все. У меня есть фонарик на этом, на костюме. Я тебе говорю, он выглядит как говно, ну ладно. Нифига не видно, правда, все еще. В этой пещере обитают акули тигры. Обрадовал? Надо было запасной фонарик-то взять, это ж вот прям... Блин, пацаны, я за вами что-то не успеваю. Стой. Спасибо, вы в меня попали, я видел это. Бывает. Жизнь огорчение. Ай, да что меня... Откуда? С твоей стороны не нападают? Я нифига не вижу. Я сначала замечаю, как он, ну, он сначала меня кусает, а потом я уже ему вдогонку стреляю. Минус два. Все. Это все? Где трупы? Еще несколько пошли к нашему кораблю, кстати. А это явно были не акули тигры. Да, это были эти не акули тигры. Ползуны. 45 метров вниз гнездо акули тигры. Идем быстро к лодке. Ну, прекрасно. Поплыли вниз. Я вверх иду, ребят, у нас лодку жрут. Да ё-моё. Я же говорю, что некоторые пошли. О, красавчики. Чё там, самый сок? Да ты читай чат. Чёрт подери, как так? Потому что они не приспособлены к жизни. Ну это понятно. Так, как так? Вот так.
А я сейчас буду это ужас. Лет попадать сюда. Сигма, ты возвращаешься? Да, у меня немного костюм стесняет движение. Ну там кнопочку сам откроешь, дверь и оперный театр. Главное сейчас всех спасти. Где они? Где вы? Где все? Я хоть за батарейками схожу. Да вроде все целое. Тогда что они панику-то устроили? Ты не переделаешь Отто, я тебе лицо съем. Да ход отвратительный, да. Ну там лестницы нет, и ты это потом все. Проверяйте балласт, где эти дебилы застряли. Погоди, тут кровь на стенах. Много. Ну, о! Учитывая кого-нибудь повезли. Чувака из балласта вытащил. Тут тоже, да? Да, он туда при мне залез, нормально. Там нормально вроде. А чё ты... Да ё-мо. Арти Дулиттл. Да? До свидания. Исцерен. Вот он. Да ё-мо. Погодите! Вау. Чё? У нас два трупа. Да. А как? Я не знаю. Они там схлебнулись нафиг? Трупы этих тварей вот или нет? Они сдохли! Вы посмотрите, как они здесь задохнулись. Они захлебнулись, так, да? Где вообще? Тут воды по щиколотку. Первый балласт. И то есть мы наняли инженера, который пошел и захлебнулся в балласте. Да, в луже буквально. Доктора я только что выпустил, нам повезло. Ай, до свидания, Артитуль. Короче, не, нам нужно делать это просто. Тебе определенно нужно сделать автоматические двери. Вот без них никуда, боты ими по-другому не работают. Это все из-за того, что ты со мной тесты подлодки не делал. Да-да-да, я с тобой делал тесты подлодки. Ну там такие тесты классные прям. Так, что ж, конечно, очень грустно. Есть еще фонарики? Мы... Берите фонарики, берите батарейки. Ну какой же отвратительный пинг, просто невозможно. То, почему меня так дергает, 80 пинг. Я набираю батареек, бота. Реек. Ну возьму три штуки и одна почти севшая, фиг с ней, тоже поменяю туда. Это я положил туда почти севшую. Нет, я со своего фонарика взял почти севшую, это нормально. Мне бы второй фонарик, кстати, бы найти бы в этой игре, было бы прям супер. Да, было бы славно хотя бы один иметь в своем этом распоряжении. Пойдем убивать этих тигров. Блин, может еще, кстати, взять бы патрончиков? Короче, есть в каждом выходе, в каждом стыковочном отсеке, в шлюзе каждом, есть стеллаж с ящиками. В каждом ящике лежит по скутеру, баллоны, там, топор абордажный, куча гарпунов. Еще раз, где? Вот стеллаж для ящиков в шлюзе. Ага, понял. Там куча рейсер. Понял. Насчет скутера, кстати, тема. Погнали. Ща. Я хочу... Вы будете скутер брать, не? Я взял. Мне некуда. Мне один гарпун лишний. Я не могу из-за этого слот поставить, который даже не будет задействован. Ты, блин, ящик положи на место. Все, нормально. Да, пошли убрать. Боже, ну теперь я... Нет, могу. Ура. Боже, как же Сигму бесит эта игра. Меня бесит место управления и количество этой подводки. Простите. Я обязательно... О, на скутере есть фара, отлично, все. Блин, как это решает проблему? Офигенно. 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 Неприятно. Нормально, ты все осколки за собой забрал. Да ё-моё, разворот, ребят. Почему? Слышишь, твари? Нет. Ну там опять эти пиявки приперлись. Так экипаж все равно сдох, а лодку потом откачаем. Последний остался. Пусть хотя бы эта бездарность выживет. Если мы его не защитим, он же сдохнет.
Ну да. Ну, в нашем положении бороться за жизнь экипажа – неблагодарное дело. Заползаешь в шлюз, перс делает сальтуху и вываливается обратно. Да-да-да. Теперь, кстати, слышу, как это говно там орёт. Ну, наш пока живой, он не стал лезть никуда. Я знаю, и он застрял там, где костюмы. Ой, я нашел кулари, кстати. Блин, у нас она не на подлодке, знаете где она? Где? Она прям рядом с нами была, там, где мы проплывали. Кто, 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 погоди. Ну помнишь, где мы проплывали? Там пьявка была, короче. А, да? Вот она загрелась, да. Пацаны, зайдите в капитанскую рубку. Сейчас. Туда-сюда, туда-сюда. Я вас сказал, что вы починили щиток. Крутой! Эти щитки сдохли по всей подводке. Да, оно все убитое просто. У нас, кстати, спереди что-то фонит. Ура. Когда уже электрика будет настолько лютая, чтобы я просто подходил к щитку, и он автоматически чинился. От одного твоего вида просто? Да-да-да, просто подхожу, и он чинится. Молодец. Почини. Так, цель где? 30 метров? А, это пещера 30 метров. Вот эта тварь в пещере сидит. Да-да-да. А где этот бездарь? Какой? Так, он не сдох, балластись, пока. Ну, по крайней мере, в этом его нет. Так, тут его тоже нет. Надо, короче, навернуть систему. Он в шлюзе... О-о-о-о, погоди, тут тоже навернуть. Он в шлюзе с костюмами застряет. Там застрял. Короче, Сигма, мы потом с тобой масштабный тест устроим. У меня есть предположение, чем могла быть... Сдохла электрика, ё-моё. О, вот он, я его нашел. У нас, по-моему, просто топливо закрыто. У меня есть предположение, то, что автоматический генератор маршрутов для ботов очень плохо работает. Возможно, слушай. Где оно орёт? Кто? Тварь? Да. Она сидит в пещере. Ну, пойдемте, нам надо топливо менять, не, кстати? Ну, я закинул новый стержень. О, хорошо, спасибо. Толку, правда, если большинство этих сломано. Чтобы ты не поменяешь. Это, блин, ну все, мы плывем? Да-да-да, все, поехали. Наконец-то, с третьего раза-то. Так. Блин, ну извините, моя первая подлодка. Да не, все пучком на самом деле. Ну офигеть! Поехали вокруг. Не вокруг, подлодку поднять надо. Там жопа и это. Все, я на автопилоте поставил, все нормально. Все, хорошо, давай. Вот он сидит, чертило. Урчит тут, ё-мо, я башкой в камень врезался, я думал, он на бэкграунде. Ку-ку. Пацаны. Шо, вы шо, что такое? Что такое нафиг? У нас тут интересно, поэтому... Ёк-макарёк. Да это санная подлодка, почему ты тонешь? Еще один! Чёрт подери! Все. Достойно! Так, дробаш начинает заканчиваться. Печально, перехожу на СНГшку пока что. Здесь. Мы погружаемся или помогли? Я не знаю. Подождите меня, пожалуйста. Слаг, возьми по пути там бинтов. Тебя прям сильно или нормально? Нет, ты нормальный. На-на-не, ты восстанавливаешься, все хорошо, тебя сейчас залатает. Меня уже залатало. Он перехиливает, да. Все, все, все хорошо. У меня кровотечение просто, я не захилюсь. Так оно затянется, сейчас у меня тоже было только что. Да не переживайте, возьму бинтов, все. Кровотечение. Давай, вот этот чел нам путь покажет. Тони за ним. Тони за ним. Все! Света от пушки больше нет. Твою ж ты! Ну, ёперный театр, вам там интересно, наверное. Очень интересно, всё, скоро сдохну. Шутали. Нет, ты хилишься нормально. Минус 3. Оу!
Я не успеваю поднять эту саную подлодку и проплыть. Я отрываю. Зачем? Мне некуда. Ой, слизь, бафу, блин. Милочку, что у меня лейка делает с собой? Пряди мне растение, не, нафиг надо. Я ее выкинул, поднять? Ё-ма, у меня сильная кровопотеря. Живи. Боюсь, каск меня не залечит. Не-не-не-не-не-не-не, ты сейчас это зарегишься. Хочешь наверх, мы пойдем наверх. Не, я просто смотрюсь. Так, я должен успеть. В случае чего мы просто продолжим путь в подлодку. Нам вообще куда? Да, я успеваю. На рыбу нельзя охотиться, ее не получается лом наш разобить. Угу. Так, у тебя вроде хпшка возвращается, сейчас позырим. Кровопотеря сильная. А вы далеко там? Давай вниз, иди. А, ты тут трупов уже не увидишь, они утонули. Просто вниз. Ползу. Скажешь, когда свет увидишь. Так жалко, огнеметом не нет. Света нет. Он сейчас заплыл туда, куда уже свет от пушки не достает. О, вот он ты. Слушай, это, можешь меня подлатать немножечко? А то я себя так себе чувствую. Единственный человек, который так сейчас... О, как жизни пошли. Ой, хорошо стало резко. Зажило как на собаке. Давай, куда это она? Это пакет с кровью. А, водяной маг. Маг хотите? Нет. Может, а это грибы? Может мы к цели? Да, не давай, хотите? Давай. Те. Морские дрожжи, можно квасу сделать и будет. О, 28 метров вниз. Поехали. О, слышишь, у меня сканер минералов есть в сонаре. Круто. Давно. Говори, где оно, так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ё-моё! Эй! Кертила, блин. Тише, 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 осторожнее, воюй. Второй у тебя. У меня перезарядка. Завали вроде одного. Нет, не завали. Ни спасибо, Фром, спасибо! Попадание. Ай. Я не понимаю, когда вы в меня попадаете. У меня пулевое. Бывает. Все, мы победили их. Здесь, по-моему, их яичко. Да, яйцо пулевое тигр. Яйца три штуки, вот они из них выводят. Чего вы говорите, вы все живые? Ну, нафиг ты их. Вот так надо, если что. Чем? Я правда не знаю зачем, но... Это было то, что... То, на чем мы охотимся или не? Вроде бы. Давай дальше пьем. Это можно просто откопать. А, мы дальше пьем? Ладно. Не-не, бури дальше, вот 2 метра. А зачем? Ну это наша цель. Разбить их. А, да, рилых надо просто уничтожить. Ладно. Сейчас разрежу. Я тут пиксель надо поймать, чтобы они резали. Давай второй пили, третий в смысле. О, гарпун. Это не тот, который ты фигачил вниз. Ей. Наконец-то. Просто во все стороны фигачил. О, вот куда они все упали. Поехали обратно. А это что еще такое? Магазин от ПП. 2 магазина. О, там гарпун так лежит. Ну я что-то боюсь. Я открывать. Тоже не хочу к этой фигне идти. А, к этой фигне, да, она взрывается нормально. Вот именно. Туда тебя. Она не влезает, подождите. О, я все гарпуны нашел. Можем уплывать. Все, поехали. Типа эти секреты, что ли? У меня, кстати, в скафандре этот кончился. Сейчас кончится кислород, но мне менее все равно. Не хотите вот эту гадость подколупывать? Да чем? Она, кстати, руками отрывается. А. У меня, правда, места нет, но... А оно стакается или нет? Оно стакается. Понятия не имею. Оно стакается. Блин, давайте слизистые бактерии собирать. Самый увлекательный геймплей в мире. Не-не, поплыли просто... А, о, это розовая хрень, прикольно. Я уплываю.
А это ой! Что? Какой кайф! Здесь этот цвет от нашей пушки. Блин. Кайф. Че, вам нравится миссии подводные, где нам нужно куда-то сплавать? Ну, нет, в таком виде, когда темно, мы дышать можем, то оно, в принципе, полегче. Особенно, когда так захиливает под водой, тоже вообще хорошо. Да. Мы бы тут сдохли бы три раза уже. Единственное, что не видно ни черта. Ну, приходится на скутере, на всяком СМГ. Зато 5К. 5К геймплей. На пол? Блин, получается. Как вылезти? Вот. Чёрт там шлюз! Я тебе говорил, да? Это только у вас проблемы с ним, у меня с ним нет проблем. Заметно, потому что ты это тестил, и у тебя с ним проблем не было. Он меня выплюнул, я залез. В чем проблема? Вот так вот берешь и... А чё? Вот у меня такая же проблема, она не залазит. У меня сейчас чудом получилось залезть. Подождите, чё? А, так мне скутер. Нужно, чтобы у вас в руках... Да, ты всегда нормально был. Чё с тобой? Да, оправдывайся, бред. Да, алло, подождите, ребят. Вот в том-то и дело. Я научился там залазить. Ждешь, пока твоя голова будет выше ватерлинии, просто закрываешь, и тебя может рандомно заглючить, что ты окажешься наверху. Вот как через этот шлюз надо. Ну вот, молодцы, сами догадались. Так и надо было. Это багоабьюзерство. Все сгорело, к черту. Админ арбуз. Так, мы сейчас сможем где-то припарковаться, пришвартоваться? Ну, маяк активируем, мы будем на этом. Хорошо, на давай. Ну что, так-то по-хорошему, но надо бы серию заканчивать уже. Ну ладно, пойдем. И начинать новую. Потому что я хочу, чтобы мы приплыли. Знаете куда? Далеко и надолго. Следующую зону. Так, вот это все я здесь оставляю. И вот этот вот ящик я его кладу обратно. Так, давайте ходу пока что. Выставляйте автопилот. Да, да, да. Офигеть, автопилот. Да, я тут еще автопилот. Могу кое-что из секретного медицинского ящика взять и буду на полном автопилоте. А, блин. Второе прохождение капитана под местом? Прохождение игры. Дорого. Дорого? С такими целями... Ой, сверху цель, надо... Ёма! Офигенно, сейчас вот подстрелим. Тихо, у нас электричество отрубило, у меня сонар вырубило, все нормально, нас не заметили. Черт, это ж не значит, что я не начну стрелять и не привлеку к нам внимание, правда? А, ребят, с реактором все нормально, у нас сдохли все чутки. Ай, поехали. А вы в курсе то, что я выставил максимальную скорость вперед? All head full, отлично. Это мы разогнались, это у нас подлодка разваливается, если что. Это я заметил. Ёлки-палки. Так, ладно, я на этот на пушке. Давай. Что ж ты? Достойно. Ёк-макарёк, мы маяк снесли. Не надо так. Командир, вы точно проходили курс вождения подлодки? Чё орёт? Чё орёт? Стой! Чё ты орёт? Явно что-то орёт, но достаньте на пушке. У нас в капитанской рубке тварь так-то. А, тогда это все объясняет. О, нужно подводное снаряжение, отлично. Что у вас здесь происходит? Ай. Да, поливать он хотел на мой гарпун. Я его убил. Не, ребят, у нас что-то посерьезнее проблема, у нас потолок в машинном полностью исчез. А, ну бывает. Что? А что у нас тут на машинном отделении? Да, вроде все спокойно. Иди сюда, где движок, где реактор. Да, у меня тут наш в этой вооружении тоже есть еще не все нормально. А, тогда да. Но я там не достаю, это надо снаружи, иначе... Слышите?
Кто-то должен быть под подводку к нам. Да я тебе серьезно говорю, кто-то к нам пришел прям. Войдите. Не надо. А-а-а, он уже тут, он уже тут. У меня созрение то, что мы сейчас пойдем покорять бездну. Ой, а вы помните, что нас ждало в бездне? Помните ту тварь? Нет! Не мри! Не умри! Не умри, пожалуйста! Фрум, тащи медикаменты, ё-моё! Как? Нужно очень много бинтов, пока она не вытекла. Сейчас. Так, почему он отрывается-то? Нет, ты будешь... Ну, я иду, куда идти? Где он? Посредине тут висит. Да я тебя схватил, блин! Он постоянно... Всё, он что-то помрёт. Да. Ну, минус доктор. Нет, он стоил как наша миссия. Вот такой доктор. То ли траты управления, то ли физика траты. Что это? Меня его держит, а меня от него отплёвывает. Его тварь вот эта загрызла, по-моему, да? Или что? А это что за тварь-то вообще? Я её застрелил. Вот это... Офигеть! А вот этого я не... Оно живое? Да стой, оно живое. Оно очень живое. Это уже что-то другое. Я застрелил одно, а это уже что-то живое. Другое. Это реально очень попахивает рестартом. Я ее застрелил. Есть, красавчик. Нет. Я сейчас сдохну. У меня рука порвала. Меня жрут сзади. Ё-моё. Ёрк подери. Фрум, отойди от корабля. Фрум, отойди. А то пытаюсь, оно меня грызет. На. Есть. На. Тихо. Сейчас попробуем заварить. Наш последний завариться. Член экипажа помер. Нормальный. А, вы живые, не? Да нет, сдохли уже все. Ясно, хорошо. Пока что, да. Да чёрта вы протечки, их устранять, не переустранять. Без экипажа, а? Фигово. Очень. Вода начинает уходить. Да чё происходит? А почему не заделывается потолок? Потому что его снаружи надо заделывать. Так нет, вот он внутренняя часть потолка, я на не пофиг, просто двери починю и закрою. На верхней палубе есть вода, и меня смывает. Но внизу воды почему-то нет. В рубке вооружение нормально откачало уже. Но слева за стеной просто поток. Что происходит? Куда мы летим, пацаны? У меня... Почему оно не заваривается? Зима, вот и я о том же. Закрывай дверь просто. Блокируйте отсеки. Я дверь закрыл. Да, я дверь закрыл, больше не течет. Ё-моё. Да ё-моё, просто бесит, как течение здесь. Да. Я не знаю, оно... Вот если каким-то образом в подводку поместится штормовой червь, я уверен, его тоже этими потоками будет его переплывать. Ему будет где поплавать. А, ладно, латаемся. Так, ладно, ребят, давайте... У нас, к сожалению, кикнуло капитана из-за хорошего интернета, и я не знаю, с какого момента мы сейчас начнем. Лодку мы более-менее регенерировали, но относительно того, чтобы куда-то плыть. Но я не знаю, где нас сейчас загрузит, и, возможно, нам не засчитают охоту на вот этих вот тварей в пещере. Если что, мы за ними сходим, возможно, уже за кадром. Вы видели, как это все происходит. Думаю, пока что на этом будем серию заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем ладушек, всем покеда.